Прокуратура республики взяла на свой контроль ситуацию в Усть-Нере. В результате задолженности управляющей компании «Персей» перед теплоэнергоресурсом там обесточили механизированные станции напорной канализации. В результате 48 канализационных станций стали разливать стоки прямо в реку. По данному факту прокуратура района совместно с природоохранной прокуратурой провели проверку. В настоящее время подключены 6 напорных станций. Проверка на данном этапе не завершена. Вместе с тем прокуратурой по выявленным нарушениям закона об обращении с отходами, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о жилищно-коммунальном хозяйстве принят ряд мер прокурорского реагирования, в том числе внесены представления, а также возбуждены административные производства по статье 7.23 и 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении руководителя ООО «Персей» и самого юридического лица по факту выделения соответствующих субсидий. По результатам проверки по выявленным нарушениям закона внесено представление в адрес председателя правительства Республики Саха-Якутия.